С Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» приехали бойцы студенческого строительного отряда «Энергия-21». Стройотряд «Энергия-21» основан в 2012 году на базе факультета энергетики и электротехники ЧГУ имени Ульянова. Основной профиль – прокладка линий электропередачи. Я в студенческом отряде «Энергия-21» уже третий год. А вот это годички, или семестровки, как их называют, означают стройки, на которых я трудился. Скажем, первый год у меня была Нововоронежская АЭС, второй год – «Мирный атом» 2016, это город Озерск, Челябинская область, и также третий год. Бойцы «Энергии-21» трудились не только в Челябинской области, но и на межрегиональной студенческой стройке «Калининград», где кроме них работали представители еще 6 регионов Российской Федерации, всего около 200 человек. С поставленной задачей прокладкой кабеля на территории национального парка «Куршская коса» справились отлично. Стал лучшим командиром среди командиров всех отрядов. Отрядов было 14. Но также наш отряд вошел в четверку лучших по производственной деятельности и в шестерку лучших по комиссарской деятельности. Несмотря на большую нагрузку, молодые люди находили время и для отдыха. Им даже удалось продемонстрировать свои таланты на ярком и незабываемом фестивале «Атомфест». Танцу готовились 2 недели, готовились очень долго. После работы приезжаешь и до 11 репетируешь танец. Наши ребята привезли домой не только магнитики, воспоминания, но и памятные призы. Их заслуги отмечены благодарностью штаба студенческих трудовых отрядов. Александра Иванова, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.